5 октября в Нидерландах состоится заседание по спору о коллекции скифского золота. Однако украинскую делегацию не пускают на суд. Об этом сообщил министр культуры Украины Евгений Нищук. По его словам, Киев в суде должна представлять делегация от Министерства юстиции, Министерства культуры и Министерства иностранных дел. Но возникли проблемы с получением виз и трудности с пребыванием в Нидерландах. Стоит отметить, что Нищук увидел в возникших препятствиях руку Кремля. Он выразил уверенность, что Россия активно включилась в процесс создания проблем для украинской делегации, подключив для этого соответствующие спецслужбы. Это не просто борьба за наши ценности, это комплексная проблема. И в информационной войне, и на всех уровнях. Существует множество преград. Это и визовый вопрос, и проблемы непосредственно пребывания делегации на территории Нидерландов. Россия активно включилась в этот процесс. Это не просто суд, это принципиальная история для Украины. Напоминаем, что судебное разбирательство о судьбе нескольких сотен экспонатов было инициировано в ноябре 2014 года. Золото и другие находки предназначались для выставки «Крым. Золото и секреты Черного моря» в Голландском музее Аллард Пирсон. Но в связи с присоединением Крыма к России, украинская сторона потребовала передать экспонаты ей, а не возвращать на полуостров. В результате скифское золото осталось в запасниках Голландского музея до решения суда.